Вы часто меня спрашиваете, как сделать так, чтобы предотвратить раннюю смерть, особенно если кто-то умирал у вас молодым в роду. Что же такое память рода? Я очень часто привожу в пример историю о том, что президент Кеннеди сам отказался ставить пуленепробиваемый верх на свою машину 22 ноября 1963 года, абсолютно забыв об угрозе смерти и о том, что его прадед умер тоже 22 ноября, только 1858 года. Он забыл об этом событии, но рисковать не забыл. Поэтому человеку необходимо знать, что происходило у него в роду, чтобы понимать, что влияет на него и каким образом. И если вы знаете, когда умирали ваши предки, от чего, в каком возрасте, для вас это очень важные даты, чтобы быть аккуратнее именно в эти дни.